Итог непредсказуем и не отмечен на карте. Голос за кадром. Вечно живой во мне, брат. Кроме тебя здесь никого нет, брат. Пускай землю осветит лунный свет, брат. В память о тебе. Привет. Привет. Привет всем. Артур Шмыгин, солист группы Luxor, в планах записать несколько новых треков и снять на них клипы. А сколько чаще всего начинается твой день? Мой день начинается чаще всего в 10 утра. И это, наверное, даже не зависит от того, во сколько я прихожу домой, ложусь спать. Я могу, в принципе, лечь в 3 часа, в 4, могу вообще под утро заснуть, там, если пишу какие-то стихи, допустим, или смотрю какие-нибудь фильмы, клипы. Спаю в 10, вообще стабильно, и начинаю что-то делать. Ну, 10 в 11, край, если очень поздно. Тренировки с утра или вечером? Тренировки? Тренировки когда как? Ну, чаще всего вечером, потому как я не один занимаюсь, там ребята со мной ходят. Любимая цитата из твоей песни? Из моей песни? Да, я как бы к своим песням, ко всем, ну, ко всем одинаково отношусь, все свои песни люблю, и как бы... Конкретной песни какой-то у меня нету такого прям чувства, что я бы выдернул цитату. У тебя есть скрытый талант? Скрытый талант? Да, наверное, вообще у меня таланта нету. Это все называется просто усердный труд. Мы сидим долго и упорно, подбираем мелодии, слова. Это как бы все просто очень долго происходит. И вот такой талант получается, грубо говоря, название. Если бы у тебя была возможность спеть дуэтом с любым человеком, кто бы это был? Ну, из русских исполнителей, из российских, я бы, наверное, спел с Филиппом Киркоровым. Вот как-то мне песня «Снег» очень прямо вот, в душу запала, я бы там вообще сделал ремикс. И, наверное, с покойным Михаилом Горшеневым, солистом группы «Король и Шут», я как бы их старый-старый фанат вообще. А из зарубежных? Из зарубежных бы с Уикендом спел. Он вообще крутой, очень. Мне очень нравится его творчество. И совет дня, пожалуйста, нашим телезрителям. Совет дня. Живите, живите, любите, творите. Никого не слушайте, никогда не старайтесь быть ни на кого похожими, равняться. Это глупо. И слушать какие-то мнения. Я думаю, нужно самовыражаться и... от своего самовыражения, от своих мыслей, от своих идей, воплощаемых в реальность, получать чистый кайф. Спасибо тебе. Пока. Спасибо, пока.